Итак, всем привет. Читал я ваши комментарии. Пока у меня есть эти мысли, я хочу их озвучить. В общем, про работу у меня вообще нету желания снимать. У меня нету желания все, что связано с Латвией, потому что это меня впадает просто в депрессию. Есть вещи, которые я, к сожалению, я не смогу изменить в Латвии один. Если даже очень хотел бы. Ну, то есть, у меня есть желание как-то лучше жить каждый день, но нет возможности это реализовать. Ну, со мной согласны, что у вас есть желание лучше быть для других, лучше хотя бы быть для себя. Вы хотели бы, чтобы многие люди просто относились к другим людям честно просто. Или вот вам яркий пример. Сколько вы знаете богатых людей, которые честно живут? Ну, поэтому я вообще про работу не хочу снимать. Я не хочу, чтобы кто-то мне звонил, там очередной Рома, которого я... Ну, в принципе, я его знаю. Вот. Который говорит, сними что-нибудь про судоремонтное. Я такой, а что мне снимать, если я уже второй месяц практически не получаю зарплату? Это грустно. Вот. Поэтому я хочу просто снимать дальше какие-то трэшевые блоги, там, не знаю, просто то, что многие бы сейчас бы не осмелились бы снять именно в Латвии, при той ситуации, в которой сейчас многие просто находятся. Просто если у меня есть какая-то возможность, я могу это снять. Если у меня нет возможности, я, ну, либо это не снимаю, либо это получается, ну, негоднота. Но мне хочется попробовать, и многих я начинаю понимать, почему людям это, в общем, не нравится, скорее всего. Ну, я, в общем, старался свои правильные мысли изложить, и, как сказать еще, я даже не знаю. Но я читал, в общем, ваши комментарии. Вот, и, конечно, если говорить, опять же, про работу, то надо менять работу. Но, не знаю, к этой теме я не хочу возвращаться вообще про работу. Но все, поэтому всем пока.